Сегодня мы, отважные исследователи кыргызских товаров, мы продолжим изучать персидскую или иранскую тематику. А именно такой вот кусочек баунти под названием спарк. Видна арабская весь и состав на русском языке, который включает в себя сахар, порошок, кокосовый, спасибо, молоко сухое, глюкоза, заменитель какао, масло, какао-порошок, масло растительное, соевое, лецитин, эмульгатор, бла-бла-бла, и даже вода. Стоит это удовольствие 20 сом, 25 рублей. И, наверное, довольно дорог для своей массы 18 грамм. Что же он имеет сказать внутри? Внутри мы действительно видим нечто очень похожее на баунти, с закругленными концами и неровной поверхностью, напоминающей морскую рябь. Внутри, ну, главным образом, кокосовая стружка. Довольно плотная. Но принципиальных отличий с баунти я не вижу. Хотя для разнообразия, думаю, что сойдет. Попробуйте.